А, микрофон у меня выключен, поэтому звука нет. Сейчас проверим микрофончик, как он сработает. А, микрофон у меня выключен. Нет, сейчас проверим микрофончик, как он сработает. Микрофон работает, заебато. Так, шо, чё, куда нажимать-то, ёбаный свет? URL трансляция. Давайте ставить. Поток подъехал. Так. Давайте все. Подрубаем поток. Поток подъехал. Ля-ля-ля. Так. Вот у нас поток готов, поехали. Так. Ля-ля-ля. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас поедем с вами до Казика на дискоконтроле.точку. Выпадет что-нибудь нормальное. Иначе 7-й день подряд выпадает какой-то кал. Реально кал. 2, 3, 4 тысячи. Пацана выпадает по 40, по 60. Я думаю, может, я какой-то, блядь, не такой неправильный. Хер его знает, сейчас посмотрим. Мимо Казика проехали, ну еще сейчас вернемся. Так. На серваке народу еще мало. Он челик решил даже не объезжать, решил так просто. На похуй. По НРД поехать. Это тоже по НРД поеду. Че могу себе могу позволить, так сказать. Поехали. Ты Кент, ну ты чё, ты стоял все это время тут, и ты не мог крутануть раньше, что ли? Чаров лишь, что ли? Такой молодец вообще. Я в шоке. Бабки, естественно, друг. 2000 залутал. Все. Стример, да? Вопросов нету, Джон Скелет, блядь. Джон Леджер лучше, Джон... Это априори. Так. Через 20 минут. Да что ты будешь делать? Сколько можно ждать? Сам было час. Час прошел. Ты даже за пеху залутать успел. 21 минута. Я понял, принял. Что там у нас с Эндики творится? Надо посмотреть. Скататься туда. Что там у нас пацаны крутят, мутят. Зашибись. Зашибись. Охуенно. Блять, нет, у меня слов вообще нету. Как это так работает?
Батл танца скоро будет. Вот это интересно, надо будет поучаствовать. Я подучил, кстати, немножечко анимки. Мне сейчас будет проще. Где? Вот куда они дели? Они просто заспавнили весь транспорт. Ну, это нормальное вообще явление? Нет, это как вот... Что за люди, а? Господи, у меня слов нету. Зачем так делать? Администрация, не надо так делать, прошу вас. Не надо. Это некрасиво. Некрасивично. Не круто, так сказать. Зачем было спавнить транспорт, который там был? Зачем? Он кому-то мешал, он никому не мешал. В чем трудности? Нет, надо заспавнить, чтобы я сейчас пешком бежал опять. Такси вызвать? Такси вообще никогда в жизни не приедет. Типа, контакты, такси, звонок. Будто бы приедет. Секунду, секунду, подожди, подожди, подожди. Так, что нам нужно? Нам нужно доехать до сюда. Полетели. Вот. Джон Скелет, а скажите, пожалуйста, звуки игры не глушат микрофон или наоборот, микрофон слишком громкий? Пожалуйста, обратную связь с вашей стороны, многоуважаемый зритель. Это не админ, а кто это делает? TeamSpeak info. А, TeamSpeak вчера слетел, мне надо было. Вот. Игру почти не слышно, вроде норм. Хорошо, сейчас исправлю. Благодарю вас, молодой человек. Хорошего вам дня. Так, игру почти не слышно. Добавить нужно вот этот аэропор или сопор. Ну ладно, сейчас мы это все сделаем. Надо чуть-чуть игрушечек, значит, прибавить. Устройство воспроизведения. А я, кстати, не знаю, вообще слышно звуки, блядь. Нет из игры. В этом весь мем. Я понял. Так, что мы имеем? Надо в Сэндик поехать нам. Это же Сэндик. Это же Сэндик. Да, это Сэндик, все правильно. Все, улетаем туда. А вот у меня вопрос. Почему нельзя сделать так, чтобы, ну, типа... Тач, ну, тут вот Visual News, объявление, надо приезжать в офис, подавать в офисе, это же дрочка. Да, Visual News не будет работать, торговая площадка заменяет все это дело. Если они будут объявления через телефон подавать, тогда у них будут опции хотя бы что-то. Мешательство процессов. Сейчас разберемся, значится. А сейчас как игру слышно? Джон Скелет. Чуть-чуть прибавил, вроде должен, ну, на фоне хоть какой-то звук быть сейчас. Не уверен, конечно, но все может быть.
Эй. Бля, у меня просто с собой, видишь, нихуя нет, у меня все подняли, что у меня было, блядь. Осуждаю. Сука, тварь, я не еще не вижу. Осуждаю. Так, надо вспомнить КП. Нет, это явно не КПЗ, там у них подсобка. Там кто? Мэму зовут. Мэма. Так, это тоже не то. Давайте вспоминать, где КПЗ тут находится. Нет, явно не тут, это раздевалочка. Сейчас сюда получается? Это нет, это брифинг рум. Не понял. А, вот да, сюда на самом деле. Так, что мы можем тут найти? Дальше некуда идти. А. Доброе утро. Здравствуй. За школьник орёт. Мы чё тебе на мусорону? Это я в аэропорту. Недоработочка, кстати, мы в ЛСКСД, тут ЛСПД написано. Вот тут по нашему. Зашибись, блядь. Ой. Слышно было. Поехали. Здравствуйте, здравствуйте. У нас проблемы. Тут стреляют. Где? Вот человек стоит, стреляет. Вот, бегает вот в этой. Что ты под дебилы косишь, а? А, Вика, серьезно. Привет. Девушка. Привет. Он достал ручки из кармана, ага, ясно. Но как бы тут все понятно. Дефолтный чел нарушил закон. Дефолтно отлетел. Ну ничего. ЖБшечка зальется на мальчишку. Зайчишку. Парень будет в норме себя чувствовать. Нахуя садишься сюда? Вообще нет. Тут мусорня. Молодые люди. Здорово, слышь, агент. Позови-ка того вон вниз, который там. Он должен вызвать. Короче, скажи ему, чтобы он вызвал того, кто ему передал девушку. Да-да-да, потому что мы вот два свидетеля, мы вообще ехали, приехали за этой девушкой. И ваш человек на мотоцикле начал нас это... Просто. Наш человек по вам, да? Кстати, по-моему, мы знакомы. С кем я должен быть знаком? Я говорю, по-моему, мы знакомы, потому что... Вряд ли. Давайте выйдем в холл, дабы здесь не толпиться, молодые люди. Сейчас, секунду, залагал. Евген, давайте пройдем в холл, чтобы разобраться. Немножко не понимаю ситуацию, которая произошла. Здорово, бандиты! Так, насколько я понял, там задержана девушка внизу бандиты. Находится. Молодой человек, не влезайте в разговор, а также масочку снимите. Благодарю. Просто здорово, бандиты. Вот. Я так понял, вы свидетели по задержанной, да, девушке, которую задержали? Да. Вот. Но ей был опрошен адвокат. Вот. И вы можете с адвокатом уже разобраться, когда он приедет. Адвокат вот уже именно что. Так, типа, прикол в том, что то мы, типа, только адвокат может вообще требовать видеозапись. У того, кто передал вот этому агенту. Да. То есть, смотрите, два варианта развития событий. Либо подаете просто в суд, либо в прокуратуру. А у нас нет видеозаписи. Там человечек по 1.4 по ГО летает. Чтобы обратиться в суд, вам... Ребята, извините, что перебиваю. Чтобы обратиться в суд, вам нужна камера и сертификат на нее. Сразу скажу, иначе отклоняю. Да,
Да, там связи у меня есть. Типа, но по связи нет. О, видео нету. Это очень плохо. А смотрите, только я не понял, тут по мотоцикл какого-то человека, который стрелял, мой человек с мотоцикла. О, здорово! Ну вот, я немного не понимаю, при чем здесь это. При всем, то, что мы приехали за этой так. девушкой, буквально вот недалеко туда. Типа у вас там вот. Реально, конечно. Ладно, давай, я пошел. И человек на мотоцикле начал нас стрелять. И в итоге нас он убил всех. Подъезжают сотрудники просто. Ваши причем. И нас начинают задерживать. Какие-то бейджики, может, что-нибудь запомнились? Да. Молодой человек, может, какой-то бейджик запомнили? Да нет, вообще ничего не помню. Так, хорошо, я поручу моему отделу разобраться, чтобы... Смотрите, как мы поступим. Я восприму, грубо говоря, это заявление, так как я работаю в отделе внутренних расследований Федерального бюро. И мы проверим по видеофиксации офицера, что произошло. Это в наших полномочиях, мы примем решение уже по факту его нарушений. Можете не переживать, именно... Сохранение да этого офицера, идите, если он нарушает закон. Да, мне друзей нету. Моих интересов. Ладно, прости, извините, пожалуйста. Да. Я обязательно с ним разберусь, проверю видеофиксацию, не переживайте. Хорошо, братик, просто как факт в том, то, что, понимаешь, сейчас вот ее посадят, правильно? Ну смотрите, а если ее посадят, да, например, если докажется, что действия офицера неправомерны, то есть оснований для задержания последующего ареста не было, в таком случае с него будет взята компенсация этой девушки. Через губернатора мы сделаем постановление о том, что она обжалована. Это все так долго будет. Это моменты одного дня, грубо говоря. Смотрите, как я попкой вершу. В общем, ладно. Молодой человек, вам не холодно бегать в обуви? Без обуви, вернее. Почему вот таких вот не задерживают? Мне не хватает денег. А просто элементарно девушку обычно задержали. Ладно, давайте, я пошел. Давайте, я сейчас почусь нить, разберусь своего офицера. Спрошу. Чел, здорово, школьник нахуй. Если у вас обнаружат бронежилет в следующий раз без, значит, вашего удостоверения, прямо сейчас езжайте в свой департамент и получите удостоверение, чтобы в следующий раз никаких таких не было ситуаций и недопониманий, и непонятных хорошо. Вот этих вот инцидентов. Хорошо, я вас поняла, спасибо. Всего хорошего. Все получилось, девушка свободна? Офицер, агент. Ты срок свой... Да. Все, разобрались. Подкрепление нужно было, агент, потому что люди вокруг меня окружали... Я понял, я разобрался уже с ними, сейчас все нормально. Все отлично, благодарю вас. Ты Пабло? Ты Пабло? А, я знаю, кто такой Пабло. Но я не Пабло. Че, подожди, у тебя очень сильный голос похож. Да я знаю, я... А, гражданин, девушка свободна. Угу. Поехали. Вас подвезти, может быть? Да мы за ней ехали. А. Поехали, девушка, вон велик. Сейчас остальные все выйдут. Гражданин, вас на секундочку, можно? Гражданин в белом, вы меня слышите? На секундочку, вас можно? Для контент. Вы меня слышите? Вас не слышно, если что. Вообще похуй, походу. Молодой человек, сэр Евген, вас не слышно, если что. Сейчас слышно меня, нет? Да. Сейчас, да, меня слышно сейчас. Да, слышно. Надо я просто вам отойти говорю, чуть подальше, уважаемый. Потому что здесь у меня, говоря по УЦ, у меня 10 FPS, блядь.
Я вам сейчас кое-что одну фразу скажу. В следующий раз, так или иначе, пожалуйста, сэр, не вмешивайтесь в процессуальные эти вот дела, если вас не просят туда вмешиваться. Так просто или иначе, когда, понимаете, я понимаю, так когда или иначе... Когда человек виноват, никто лезть никогда не будет. Мне бы оно не надо было мазу за нее тянуть, понимаешь, если бы мы в натуре в жир ногами въехали. А так оно мне вот... Я когда вижу, что на самом все деле... Все вышло справедливо, так или иначе. В данный момент, да, все, справедливо. Все вышло справедливо, относительно этой девушки не было возбуждено ни административное, ни уголовное дело. В следующий раз, это жена ваша? Да, относительно знакомая. Знакомый своей передайте, что в следующий раз, если она в такую передрягу без удостоверения своего попадет, то, возможно, не я там буду, а какой-то другой агент, и никто ей помочь не сможет, к сожалению. Да нет, с другими агентами намного все проще решается. Я понимаю. Давайте, всего хорошего вам, удачи. Давайте, расскажет. Стой! Стой! Стой, выйди! Сэр, вы сейчас дорожный кодекс нарушаете? О! Привет, Рафирот, мой дорогой! Здорово, дружище! Снимите, пожалуйста, уважаемый. Хорошо, привет! Как твои твои дела, помимо? Он сегодня у меня на трассе стопал, у него ничего не получилось. Ладно, пока, лошара! Иу! Машину-то открой, блядь, алло, Тони, машина! Меня открыто. Останавливаемся. У меня открыто. Помоги! Быстрее! Да у меня открыто. Пацаны, где бы... Останавливаемся, гражданин. Оп! Останавливаемся. Пацаны, где бы... Я открою огонь, если вы сейчас будете уезжать. Опа! Слэш Q раз. Молодец вообще. Молодцы такие, ну им приятно будет. Вообще красавчик. Собственно, ох ты, какая интересная вещица у нас. Собственно, открыл зип-пакет, после чего убрал туда снаряжение. А что произошло, агенты? Нападение на моего сотрудника произошло. А у меня есть лицензия коллекционера. Есть место, да. А ты все равно должен это выбросить куда-то. Именно так, конечно. 1-4. Вовремя я появился из-за... Нет! Нет, типа, то, что ты выбиваешь, ты должен утилизировать, либо на разрешение писать. Уважаемые, мы согласны с вами. Мы знаем, что делать. Мы в курсе. Не нужно нас, пожалуйста, учить. Мы сами знаем. Просто вот вас некоторые не знают фиба. Или кто вы там фиба. Эх, полутали, ну ладно. Растулил школьников. А-а-а. Так. Так, пойду я подлечусь, а то я весь дырявый. Да, пойду в офис. Вам снаряжение. Здрасте. Как ваши дела? Можно это закончить? Так. Чё там, куда скриншотик-то кидать? А то где-то должно быть разрешение на вооружение, отчёт по спецвооружению, отчёт по аптечкам, отчёт по сайгам, ограничения на спецоружие. Что, а куда мне залить то, что я хочу себе пушку? Отчет по получению, отчет по спецвооружению. Что такое? Как это работает? Здорово, маэстро. Что мне сделать? Я не знаю, куда... А, разрешение на хранение оружия. Во. Хлопт. Вот так вот. А, да. Такс. Оп. Мы начинаем. Дерек, еще один удар, и вы попадаете в игровой мир. Здорово, маэстро. Я маэстро, ударил здорово. Моего друга. Я что должен был сделать? Но у нас у ТОЦ мероприятие, потому что случаются всякие проблемы. Не ты нужно реагировать на них. Ты должен был закрыться и стать строй. В агрессии. Вообще, я считаю. Так, слышно меня? Нет, не слышно.
Музыкальная студия. Я всех приветствую, спасибо, то, что приняли участие, наверное, в мероприятии. Сейчас я объясню суть. Будет выбираться администрации по 3 участника, которые будут выходить сейчас. Пожалуйста, запомните места, чтобы не было такого, что кто-то встает не там, где нужно. Первый участник встает здесь, второй участник встает здесь, третий участник встает здесь. Сложно. Объясняю суть самого мероприятия. Когда участники выходят, включается именно музыка. А мы сейчас будем... Вы ее слушаете 10 секунд примерно, вливаете в сам ритм, после чего... Танцевать, короче, мероприятие с танцами. Здесь нужно, ну, короче, гармонично, адекватно поставить танцы под музыку, которая будет. Чем лучше вы скомедируете танцы, тем лучше именно для вас. Вы проходите дальше и... Интересное мероприятие на самом деле, но если вдруг ты увидишь на 4-м сервере, что проходит мероприятие дорога Mad Max Дорога Леджера, участвуй, охуительное мероприятие, эквивалента которому нет ни на каком серваке. То есть правильный танц? Нет, вы смотрите, вы можете комбинировать вообще, то есть другие анимации, игру говоря, кувырек. А, до этого было Тулева, то, что молодой человек оскорбил агента. Только не Багаюзи, то есть... Вот, я ему сказал то, что если он сейчас... Не. Ага. Остановится, то, ну, сори, с уважением, я открою огонь. Люди не остановились, и в итоге выбил сайгу себе еще на халяву. Буду юзать сайгу, потому что сайга мощная вещь, на самом деле. Отлично, давайте тогда, вот. Алекс... Нет, давайте Боба и Виталий, вы либо именно участвуете, либо я вас кикаю. Можно меня кикнуть, пожалуйста? Кик, близ, что-то Биба и Боба. Сейчас, вот. Кого еще раз кикнуть? Кикнуть, молодые Биба люди. Биба и Боба. Меня. От души. Хранение было, хранить только в инвентаре. Нас можно кикнуть нас? Да, меня, да, меня, да. Меня. Только хранение, только инвентаре. Выбил из поля. Я а что, у нас получается, это же наша фибовская сайга. Чего я могу ее вязать, блядь? Да просто мероприятие какое-то странное, не знаю. Да что прикольно. Раз, когда на том острове было, прикольно было на бэймиках садиться. Я на таком впервые вообще. Так, отлично, меньше людей, тогда можно... Не, давайте все-таки по 3 будем. Давайте, так. Наверное, Максимилиана, Егор и Элвис. Вот так, то есть надо так. Танцы комбинировать. Я тут? Да, да, Егор, стой сюда. Мне боек не снимать или нужно? Можете не снимать, встаньте лицом к нам, пожалуйста. Ага. Максимилиана. Админ, типа? Нет, не админ. Я игру сворачивал, извини. Нет, не админ, я просто игрок. Вот, узнай про мероприятие, просто эту тему. Серьезно? Я просто игру сворачивал, но нужно сделать полноэкранный в рамке, наверное. Ну, полноэкранный в окне, чтобы, если я сворачивал, не прекращалось. Сейчас подожди, просто займусь. Полноэкранный. Вот, оконный без рамки. Применить изменения. Сейчас должно быть нормально. Даже если сворачиваю игру, все равно будет видно тебе, что происходит. Или по ней. Надеюсь, не сильно громко музыка играет. Потому что хрен его знает. Секунд. Алло. Привет, деда. Дома. Все? Он последний. Да, думаем. Стоп. А в чем суть была? Типа остановиться первым? Кто последний остановится, тот нет. Типа. Нет. Нет. Суть в другом. Суть, кто лучше скомбинировал танцы. Я же вам говорил. Ну, я тоже тут думаю, не в этом дело. Максимилиана, вы дальше проходите, Элвис и Егор, вы выбываете, к сожалению. А Элвис и Егор вас вернуть в игровой мир? Максимилиана, встаньте, пожалуйста, к синему автобусику. Да. Все, я здесь, по телефону позвонили. Нет, уже... Может... Уже не... Правильно, играй на 4-м, самый нормальный сервак из Маджестика. Энтони. Более-менее. О, моя очередь. И Джина.
Так, я по центру встану, как хотите, мне без разницы. Так, сейчас мы оценим немножечко музыку, которая будет. Ой, а ни у кого водички? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Эмбеля, вы участвуете? Если да, встаньте, пожалуйста. Меня это... Кто водичку кто просил? Ну что, музыка будет или нет? Да. Сейчас будем флексить. So outspoken, you don't even notice every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open, always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces, I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Я лучше. Так. А вас не слышно, если что, на Йохан. По решению голосование. Дальше проходит Энтони, Джина и Томми. Вы, к сожалению, выбываете. Вас вернуть в игровой мир? Так, а кто выбывает? Я так и не понял. А кто в итоге выиграл? Энтони. А, спасибо. Энтони, вставить туда? Джина, вы... Вас вернуть так же? Я прошел! Так. Так, что я хочу? Ну давайте, Эмили. Опять девочка. И она каждый раз такая тема, что... Я не знаю, Русь, ты на трансляции или нет. Ля ты флексер, да, выиграл тупо. Да, я не выиграю, тут всегда такая тема, что я прохожу там до финала, а потом меня, короче, обоссывает кто-то. Вот. Не знаю. Так, ну тут очевидно выиграла девочка. Тут очевидно вот девушка с розовыми волосами выиграла. Дмитрий, вы проходите дальше. Эмили, вот так вот. Вот так вот. Это не Дмитрий. Зачем Дмитрий? Дмитрий, вставайте туда, пожалуйста. Дэм получается. Фу, какой-то блат, Дмитрий, мы по блату? Так, Роман и... Приз какой? Приз, я не знаю, 20 тысяч, что ли, там приз? Сейчас будем флексить под танцы. Помянем. Вот.
посмотрят, ну пусть смотрят. Сейчас, короче, но я уверен, что доктор выиграет. Хотя нет, они потом будут там... Александр Кру, это разве не наш? Александр Кру. Наш. Надеюсь, сейчас меня не откинут. Будет неприятно. Что? Так, готовы? Фух, у меня отлагало. Боже, я что-то нашел. Отлично. Ну-ка, забери меня. Сейчас. Вопрос, ответь мне. Все, честно. Вот по-любому финальная песня будет, которая, она будет прям, я не могу на Джо смотреть. Кто такой Джо? Девочка. Какой Джо? На Йохана-то? А? Йохан нормально зажигает тут. Но тут очевидно, вот медик прошел. Хотя хз даже. Так. Мы тут не можем маленько определиться, так что давайте и повторный раунд, только уже под другую песенку. Готовы? Да куда ты лезешь? Куда? Пш-пш, меня слышно? Да, слышно. Да. А чё у нас Александр решил откинуть в госволну, мне просто интересно. Еще выбирают трек, подождите. Чё интересно будет закидывать госку? Набор, фибы, блядь. О, кайфовая песня. Я под такую подфлексил бы. Да надо, тут ничего другого под эту песню не подходит. Только лезгинка. Все, и пошел в пляс. Опа! Поехали. А теперь анимации, танцы. Вот это флекс, кто-то понимает, мужской флекс, блядь. Воп-воп. Танцор, ёпта. Сидел полчаса, танцы изучал, блядь. Опа! Сейчас как зажгу. Опа-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 
откинут? Меня откинут? Меня не надо откидывать. Оба. А, ты сказал, кто я, но откинут меня? Я понял. Я победил, мне кажется. Так, как бы вы ни старались, вы, к сожалению, проиграли по решению голосования. Роман дальше проходит. Вас вернуть, да? Подождите меня. КМС. КМС. А, пешком доберешься, блядь, давай. Даже Вова проорал что-то, блядь. Максимилиан и Дмитрий, выходите. Оба. Вот такие вот пироги. Сука, не могу. Блять, такой мем вообще. Да, я тут. Нет, а такие мемы я не могу, блядь. Ч
закинул человека на плечо и танцует. Так, готовы? Контент, бля. Да, да, да. А так, а какое максимальное качество видео? Мне просто... А, ну 1080p, все, все, заебись, нормально. Я думал, как обычно, ограничат до 480. Сидишь, смотришь, что пиксели одни. А почему у меня такой песни не было? Я хотел такой песни. Пропала музычка. Слышно. Да, это... Ну, все МПшки такие, они в другом мире проводятся абсолютно всегда. Поэтому, скорее всего, меня придется забирать, когда после МПшки выйду. Меня будут отсюда забирать, с авторынка. А, нет, там, наверное, ТП на мэрию откроет, да, на мэрию, скорее всего. Ну, я надеюсь, у меня музыка не орёт громче, чем я говорю, чтобы не перекрикивать её. Я надеюсь, она не громче. Напишите, пожалуйста, громко не... Ну, музыка не перекрикивает. Зашибись. Нормально, все, ну хорошо. Дай бог, дай бог. Ну что-то такое, они как-то очень стрёмно протанцевали, типа я бы обоих дисквалифицировал нахер. Вообще бы нахер, вот, ну, вообще никакого вот этого чувства ритма, жажды скорости и так далее. Нет еще, я не выиграл, я еще жду. Но сейчас, по сути, кто-то один из них остается, и вот из меня, вот этого челика фиолетового. И мы потом будем пиздиться до потери пульса, короче. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ага. Давайте второй раунд. Так как, то кто бы сомневался-то? Я уже оценил, да, кстати, комбинацию, это выглядело очень прикольненько. Да. Сайгу в слот кидай. А что, мне разрешили сайгу, нет? Не разрешили ее взять? Мне еще не дали разрешение на сайгу. Я сайгу выбил сегодня с Петуча, нашу. Я не могу ее юзать пока что, наверное, в теории. Я не шарю. Блять, Вова такие легкие песни скидывает, отвечаю. Опа, общение в чате. Сабскрайбы мои чисто, блядь. Подписочку на канал, лайки, пожалуйста. Не забывайте про то, что это меня кормит, это моя пища. Распространяйте, скидывайте ссылочки друзьям. Ради контента, ради разнообразия. Да все, давай, отдыхаем. Отстань, понимаю. Лайкусики на видос, не вижу вашего актива. Так, мы закончили? Два лайка всего, два. А вас пятеро. А дизлайки не надо, спасибо. Кто за шо? По решению голосования дальше проходит Максимилиан Дмитрий, вы, к сожалению, вы бываете. Все, Диман. Нахуй с пляжу. Давай, пока. Добрать из. Ну давайте Роман Энтони. Не, по желанию музыку не включаем, так же будет. Так. Энтони, выходите. Да, давайте так сразу спрошу. Что-то есть добавить в мероприятие? Может что-то не понравилось? Потому что там вначале люди ушли. Нет, тут прикол в том, что большинство музыки, они идут битовые, прям под один бит. Ну что прям жестко разнообразие. Там где-то рок лупанут, где-то еще что-то. Нет, с роком. Чтобы это было неожиданно. Это неожиданно должно быть. Согласен с игроком. Можно сделать какой-то медляк, например. Ну, что-то помедленнее, чтобы другое они. Ага. Чтобы это было неожиданно, чтобы люди на ходу придумывали что-то. Так вот, допустим, оппонент слева, он задумался из заготовочки, он понимает, что под биты она подойдет, он будет их использовать дальше. Ага. Я чекаю, кстати, я чекаю сейчас все, типа, что... Не-не, я не в твою сторону камень кидаю, просто ну, сам момент, то, что так люди обузят. Да, то есть, как к примеру, то есть у тебя охерительная связка, но, видишь, если другая музыка была бы, она могла не подойти.
По самому мероприятию направлено то, чтобы игроки выучили анимации и в дальнейшем при РП-действиях они их комбинировали. РП-действия? На задержании флексить будем. Готовы? Да. Начинаем. Где музыка? Владимир Батькович. Да не надо мне спасибо, сияя, блядь, из всех дыр лезет уже эта музыка. Сияй! Джон, если включил что-то, не слышно. Я пытаюсь найти именно ту песню, которая будет неожиданной. Неожиданно. Сейчас включат. Оп, мусорок. Не шей, мне срок. И я такой, лезгинка. Давай, поехали. Хочешь, я помогу тебе с этим? Кинь в очки, охуенно. Да. Я прям не могу. Хорошо, участники готовы? Да, да, да. Он там с телефона включает, что ли? Пап, так очень плохо слышно. Очень-очень-очень. Давай. Дэч. Дэнч. Дорого стоят аптечки вообще? Так, а можно спросить, плохо тихо или плохо... Плохо это... Может... Плохо вообще не слышно. Понял, вообще не слышно. Оп-оп-оп-оп. Хватит мемная анимка. Оп, блядь, не то включил. Сейчас шестой залетит. $299. Как вам видео, что? Все, он проебал вот этим одним танцем только. Решаем. Это-то понятно, что песенки нет. Мы просто решаем, кто дальше проходит. А, скорее всего, Энтони, да? Потому что более именно скомбинированные танцы были. Роман, вы, к сожалению, вы бываете. Давай, гуляй. Да, у нас же тут не хухры-мухры, у нас тут комиссия, так сказать. Проблемка в том заключается, то что я в прошлом, когда на серии это делал, было такое, то что вот я также комбинировал танцы определенные, и людям не нравилось то, что кому-то досталось, грубо говоря, медляк, а кому-то именно подбиты. В этом тоже есть какая-то своя проблемка, но именно в самом мероприятии. Хотя можно, наверное, сделать те же самые медляки уже в следующем раунде, кто прошел дальше. Это будет более рационально. Ну, да, скорее всего. Да-да-да. Ага, так, готовы? На трассе пацанов стопать и не будут сейчас, ага. Давайте. Ну сейчас будет тяжело. Сейчас будет тяжело. Сейчас будет прям тяжело. Сейчас прям тяжело-тяжело. Блять, не тот. О, Payday. Ой, блять, охуенный трек. Сейчас зажгем. Сейчас все будет.
Сейчас. И вот сейчас. Вообще капец. По решению голосования, единогласному решению тавтологии, дальше и победителем мероприятия становится Энтони. Хорош. Красава, давай. Давай. А сколько призовой фонд? Джон. 20. А давайте нам пополам. Максимилиану прям хорошо танцевал. Да, согласен. Спасибо. Да типа пацан старался, он там учил. Так, спасибо за объективную критику. В дальнейшем надо промодерировать маленькое мероприятие. Я это предвидел. Ну конечно, но слышно, типа да. А чё? Ну, пацан реально старался, он тащил. Да? Не, мне понравилось. Такое, кстати, впервые. Я не знаю, за полгода еще этого не видел. Ну, спасибо. Просто многим нравится, кто досиживает до конца. Некоторые ливаются в самом начале. Ну, сегодня это первый раз за мою практику, когда я столько раз проводил, и в самом начале мне столько много вышло из игры. У меня руки тряслись, кстати. Спасибо. Ладно, после этого еще будет мероприятие, скорее всего, связанное с животными. Вот. С гетто детьми, ой, извините. Осуждаю. А мы всех телепортируем сюда. Просто понимаете, вот всех туда-сюда. Хотя победители, возможно, давайте сделаем так. Ладно, так и быть. Штрафстоянку можно меня, блять, пожалуйста. Не, ну хорош, у тебя реально годно получилось. Спасибо, у тебя тоже хорошо. Мне понравилось, когда этот был второй раунд. Классно было. Да, вот там мне тоже понравилось. На последнем я что-то начал тупить. Типа я то ли перепутал песню, то ли что. Все, не успел. Ну, Максимилиан, хорош. Ой. Какая вот хуйня. Так, что мы имеем? Я все равно 3 лайка. Было 5 зрителей. Не... Так сложно лайк поставить, я понять не могу. Лайк поставь, пацан, или может не пацан, подпишись. Ой, блять, минус оружие, потрачено, спасибо. Так, пушки не проебаны. А благодарю. Я чуть в стиль не попал, когда все ливнули почти. Да не, нормально, все такого классно получилось. Надо маленько продмодернизировать, чтобы в дальнейшем, потому что реально подбит там попадают люди. И... Здрасте. Что, допустим, первый раунд был подбит, что да, первый стрим был легко, второй раунд там, допустим, под именно медляк, и третий раунд там что-то. Да, чтобы типа все в равных условиях были, но было разнообразие. Да. Четко. Да. Я на следующий залечу. Батл танцов. Да, оно будет для всех, там, скорее всего, животных надо будет найти. О, это сложно. Не, вот это поиски я не люблю. Любишь? А что любите? Дорога смерти, must have. Дорога смерти вчера была. Да, я знаю, я не успел. Здравствуйте. Здрасте. Энтони. Mm-hmm. А вот не выбежал бы я из этих кустов, не спас бы тебе жизнь, не выиграл бы ты на мероприятии. Однозначно.
Так, мне нужно срочно ломануться, мне надо успеть за 3 минуты доехать до Казика, крутануть колесо удачи, потому что, возможно, после рестарта можно будет крутануть еще раз. Я не уверен, но такое развитие событий имеет место быть. Поэтому полетели, я думаю, за 3 минуты. Ну, ты сядешь, нет сегодня в эту жизнь. Алло, друг. А, у меня же анимка не остановлена, ёбаный брат. Так какой репорт, господи. Алло. Да. Но. Ему там еще и бошку пробили нормально так у него. У него там мозги вытекли, ему бошку пробили, он у него лоботомия была. Ему там когда-то, несколько лет назад, еще и голову пробивали, у него аж там мозги вытекли. Че, не завели? Блин. Сейчас, подожди. Позвоню еще, спрошу. Ага. Я понял, понял. Сейчас позвоню. Ага, давай, давай. Так, сейчас, ребят, буквально 5 сек. Так, порт, 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 порт. Алло, Сань, привет. Чё делаешь? Это, Сань, не подскажешь, что есть провода толстые для прикуривания машины? Блять. Что за человек такой? О, ага, давай. А? А, все, вот. Хуй знает, нету нихуя. Пох. Что придумать? Что придумать, что придумать? Это 22. Успеть просто до конца. Успеть за 20 секунд. Поехали. Бежим, 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 бежим. Алехандро, не успеешь ты госволну подать, брат. Ну, точнее, успеешь. Только толку от этого никакого. Так, все равно это. Да я посмотрю, что стоит. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее. Сибалят колеса все. Бегом. Опа. Давай, давай, поджести коинсы, 1000. Давай, давай. Чё там? Точно не маджестики уже. Бабки, бабки выпадут. Хотя... Бабки. Конечно. Сколько? 10? 5000? Изи угадал. Вот просто изи угадал. Не, пацанам по 60 дропается. Мне 5. Спасибо большое. Спасибо. One love игра, one love. С моей удачей можно только нахуй пойти, отвечаю. Так. Что мы имеем? Что мы имеем? Что-то, что тут происходит? Подожди, где я оказался? Слышите, я в стенке. Помогите. А что происходит? Я в стенке, слышите? Как так? А как так? Что за бред? Алло? О, подождите, я вышел. Что вообще случилось? Я не знаю, я в стенке. Сейчас оказался посмотрю. Или как убежал? Я уже обосрался. Я думал, я кстати нажму на месте выхода и буду в этой стенке. Я не смогу ничего купить. Че, вы купили, да? Да, я купил. Слышишь, а может тебя наручниками сковать и конвоировать? Да? Конвоировать? Да, ну чтобы тебя из стены вытащить. Так я же уже вышел. А, все, мне показалось, сори, да, с уважением. Да, да. Я просто думал, мало ли. Сейчас наручники тогда, да? А, да. Прямо перед рестартом. Будет не очень весело. Ну вот на 75-го я бы надел наручники. Слышишь этот, Самуэль, у меня, если что, номер карты 60-74. А что сейчас будет-то? Что будет-то? А? Ты мне ничего не перевел. 60-74. Адама плохо слышно. Не знаю. А.
Ты мент? Да, и так, замдиректора федерального бюро. Ребята, это мой банкомат. Не понял. Да, да, выключи микрофон. Ты его уже купил? Все равно сейчас аукцион будет на него. Ну да, в смысле, я сказал, что будет. В смысле, банкомат купить? Он вроде не сейчас же будет. Банкомат купить? Кого нахуй? Там дороже его ляма смысла нет покупать, потому что только за 6 месяцев госка будет ляма 2. Да что тебе в этих бандах делать? Там нет ничего интересного. Мы стоим, общаемся, а через лога нет. Адам, в дискорде размуйся, в дискорде размуйся. Крайм это неинтересно. Тир-банд. Тут видишь, в чем проблема, пока ты не состоишь в бандах, ты не увидишь территории банд. Типа, ну, как я, как обычный гражданский, я не могу узнать, что там находится. Только когда ты в банду вступишь, тогда ты узнаешь. Но тебе так скажу, сейчас типа нормально себя показывают Марабунта и Вагасята. Если из мафии, то РМ. Если нужно, ну, прям интересно тебе. То есть из мафии это русская мафия, из банд это Мара и Вагасы. Типа более-менее хорошо себя показывают. Так, ладно, пойду покурю, схожу, сейчас подойду. Купил. Хорош, хорош, лучший. Что тогда, пошлите по домам. Что, я тоже купил. Что же, банкомат можно покупать? Да, он купил уже, вот, только что. Не, люди, нет банкомата, нет банкомата. Первые серваки только что проверили. Все, расходимся, нет смысла. Так, в смысле, в девлог же пишут. Так, девлог пишет, алло, мы только что на первом серваке уже был рестарт. Это не обнова. Ну, ченшлог, девлог пустой. Ну, я и говорю, просто рестарт, чтобы сервер скинуть. Ну, это не покупка, да, это не покупка. Из-за того, что лагало, скорее всего. Да, да. Наверное. Ну да, мне также написали про первый лаг. И рестарт, ё-ма. Рестарта нет. Самое это 5000 удалю твою голую фотографию с дискорда. А я ебу как. У тебя такой нету. Есть, честно говорю.
Могу вообще кинуть, посмотрим. Дали разрешение? Нет, на оружие. Да, блин, типа, если так скажу, в ЛСПД там большинство, ну, весь состав старше, там адекватные ребята сидят, в ФИБах адекватные ребята сидят. Насчет ЛСКСД я не могу тебе сказать. Непонятно, что у них там как. Вот. Не сталкивался с ними. Типа, в ГОВе нормальные ребята чилят. Потом, что еще? В визалах вроде нормальные пацаны. А в этих, в ЕМС не шарят, даже не могу сказать тебе. Банкоматов не будет. А я тоже так думаю. Саму проверить. Сколько? Ой, басбусты, да, получился небольшой? Чуть-чуть. Немного. Извиняюсь. А чё они что-то понять не могут? Ладно, короче, я не буду терять время, пока рестарта нету. Доеду, блин, до этого. Господи. До... Как его? Блять, в рот вон за ногу. До штрафстоянки, чтобы тачку потом забрать. Чтобы не с голой жопой остаться. То обосрусь немножко. Я надеюсь, нам сейчас не дадут этот, ну, типа, блять, у меня рулетка, ну, это 200 мажестик коинсов не скинется, иначе я вообще тильтану нахуй. Вчера, блять... Две минуты оставалось, и нет, выбило, не залутал. Сегодня пиздец, короче, тильт. Сегодня, если такая хуйня произойдет, вообще сгорю к херам собачьим. Для ЛСПД, так, медкарта, физическое, психическое здоровье, потом, сейчас тебе скажу, права категории Б, и все, лицензию на оружие позже можешь получить, в принципе, все получается, да, права категории, ну, на тачке права обычные, драйвера лицензии Б, медкарта с физическим, психическим здоровьем. Все, в принципе, больше ничего не надо. Приходишь, проходишь собеску у них там, либо электронную заявку подаешь, и все, и повышаешься, там тебя научат всему, чему надо. Все не так сложно, не надо их учить уставы, надо их понимать, типа, как это все устроено. Просто запоминаешь порядок, и все, достаточно. Типа, не надо там зубрить, чтобы прям... Сколько стоит медкарта? 7500 в общей куче, наверное. 7500, да, где-то 7500 в общем количестве. Да, 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 вроде 7500, но я тебе точно не могу сказать, может они цены повышают, но где-то 7500, я думаю, будет стоить. Ну, блин, типа, если хочешь, ну, зайди сейчас на сервер, я тебе дам 7500, чтобы была возможность купить. Сейчас только рестарт пройдет. Алло. Да, что случилось? Ладно. Хорошо. Ладно, приду.
Ну да.